Говорит, у тебя только откат, иди на базу, просто все сохранилось. Сейчас попробую там сдохнуть, что ли, то я что-то далеко, блин. Где зомби, ёпта, юпи. Ну, нет, в доме вроде все сохранилось. Ладно, сейчас пробую сдохнуть. И... Ну, а так у меня лут моего не сохранилось, значит. А нет на крыше там, или где я там был? Лут мой на месте, сейчас посмотрим. Может, там где-нибудь моя сумка лежит, не знаю. А ты на крыше была или где? Слушай, я что-то даже не помню. Или на втором этаже, или на крыше. На втором этаже, скорее всего. Так, ну на крыше бассейн есть. Нет, рюкзака твоего что-то нигде нет. Жопа, блин, у меня там столько всего было. Ну что ж за говно-то такое, ну... Куст, давай, я к тебе, наверное... Куст, у тебя есть что поесть вообще? Я опять наступил на свою мину, но я не взорвался. А, есть похавать. Давай, сейчас к кусту иду, мы сейчас там город облутаем. Я тоже кусту уже вот. Не-не-не, ты там знаешь, что делай? Чё? А, нам нужно сатву сделать для еды бесконечной. Там у нас как с водой, все нормально? То есть она не у меня потерялась, я надеюсь. Вода у нас. В центральном ящике есть или где там она? Да, вроде есть там. Штук 15 точно есть. Нет, там должно быть 60, блин, как не больше. А, ну сейчас посмотрим. Посмотри, там в холодильнике или где-то, или в центральном ящике на этом, на кубике. Ну, мутная есть, да. Мутная только? Да. Ну, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 120 этих, короче, а, мутных. Ну, нормуль. Там еще просто... Ой-ой-ой, на меня за... Ой, на меня гей... Ой, твою мать. Кус, я до тебя не дойду. Твою мать. Джеронимо, ёпта. Кус, блин, спасай, не знаю. Это, ребят, накрафьте мне пока, пожалуйста, кто дома находится, комплект. Арбалет, дубинку железную крутую, топор. К арбалету стрелы прилагаются? Ну да, штук 20 хотя бы. Блин, у меня там стрел было, штук 40 уже, ё-моё. И ресов сколько было. Пуста, весь инвентарь в оружии. Я сейчас просто возьму его инвентарь и буду всех зомби расчленять. Сук таких. Ну хотя они не виноваты, конечно. Пуст говорит, чтобы ты к ним ушел, он тебе все оружие даст. Я иду. Че, мне арбалет тебе крафтить? Крафти, арбалет, конечно, крафти. Мне просто даже не из чего скрафтить тут. А, арбалет фигли, у нас есть арбалет, а че я крафчу? Я сейчас тебе сразу стрел был крафтить. У меня, кстати, аккумулятор есть. Аккумулятор нужен для какой-то крутой фигни, типа, блин, я не помню для чего. У меня перьев нет. Застрел. Ага. Печально. Кто опять на моем мини взорвался? Слушай, здесь пауку. Сука, олень. Так ты мясо подбирай, это что замечательно. А он не взорвался, он, главное, он прошелся, там что-то взорвался, он ушел. Да ладно. Олень-бронемойщик. Да. Жесть, это такой город радиоактивно уничтоженный. Косточка, сейчас заточку сделаю, пушочка. Твою мать, куст! Куст, беги ко мне, короче, не знаю, за мной куча зомби. У меня выносливость сейчас скоро конь. Твою мать, все закрыто. Твою мать, куст. Спасай, я бегу на тебя. Отстреливай их. Сзади. Куст, ёб твою. Он уже сам не рад, что я к нему пришел. Отлично, отлично, красавец. Ой. Вон мужик, два мужика меня хотят. А! Собака, ё-моё-то. Зомби. Давайте дождусь вашего возвращения и все, я пойду спать. У нас тут жесть, что творится. Может мне к вам прибежать? Не-не-не, там ты не успеешь, просто у нас тут жесть, что творится. У меня машина едет, по-моему. Сзади, куст, сзади. Пойду к вам. Твою мать, я беру нож. Все. Ползет, сука, я сейчас его зарежу, тварь такую. А, мне бинт нужен.
Блин, так, чё? Патроны. Отлично. Так, пейнкиллерсы, отлично. Супер, все, замечательно. Пойдем. Кус говорит, чтобы ты сел и на картах шел, а иначе тёк вас разорвут. Да, я в курсе. Ой, у меня даже шлем дал, класс. Кстати, у меня шапка ведь была, я шапку потерял. Погнали. Блин, я бы от арбалета не отказался. Кус, у тебя нет арбалета случайно? Блин, а музыка мне прям нравится. Знаешь, вот... нет, я в шоке. Эта музыка подходит просто для всего. Она такая трагично успока... Кто на меня охотится? Твою мать, так ладно вам. Не я ваших родственников убивал. Там это, сука, паук, который по стенам лазит. На меня два шерстня пытаются напасть. Твою мать. Это стоит дро... Выдыхаем. Спокойно. А, Влад, не представляю, что здесь творится. Что у вас там творится? Ты не представляешь, что здесь творится. Здесь полная жопа. Он мне патронов не скинул. Пусть мне патронов не скинул на дроба. Твою мать. А, Влад, я, короче, стою на площади 3 на 1 метр. А возле стены разрушенного дома. И вокруг меня куча зомби. И у меня нет патронов, у меня только заточка из кости собаки. Сейчас я пойду, все решу. А, тут куст еще, да, у меня патроны? О, отлично. Я картофель нашел. Отлично, патроны мне уже... Отлично, спасибо, куст. Все, он мне дал. Мне дал патроны. Ой, не... Да ладно, он так умеет. Ты представляешь, гей показывает, умеет. Он плюет всем. Он плюется, я только сейчас узнал. Харкун. Куст, ты куда делся? Сдохните, суки. Твою мать, я упал. Тихо. Тихо. Мать твою, ты не представляешь, что здесь сейчас происходит. Влад, если я так нервничаю, когда я в игре, я не писаю, что было бы со мной, если бы я оказался на самом деле в таком зомби-апокалипсисе. Куст упал, куст сломал себе ногу. За ним зомби бежит. Куст сломал себе ветку. Я этого паука в жопу два раза попал. Он был пофигу, он ругается на меня. Че, я иду к вам на помощь? У вас там я гейл. Думал, ты уже на танке подъезжаешь к нам. Ну, в смысле, я уже подошел с дробовиком, а это считает равносильно танку в моих руках. Мне воды надо. Гейб, встречай. Мне воды надо. Воды срочно, куст воды. Влад, давай, воды. У кого есть с собой вода? Ребята, меня, воды, еды, нет. Воды, еды, воды. Я сейчас сдохну. Отлично, спасибо, куст. Тут чисто снизу. Вперед. Дайте мне пожрать, а. Я сейчас чуть не сдох, дайте мне отпировать это все. У меня есть... Ого, что нашел. Прикинь, короче, шершни это имба. Ребят, сейчас план такой. Мы идем к нам на базу. Я там себе заново ставлю кровать, чтобы я хотя бы где попало не респался. А там уже делать, что хотите. Окей? Хорошо. Только пожрать мне дайте. Вот, иди сюда. А, или тебе куст сейчас даст. Дайте пожрать. На, вот, иди скинул.
Отлично. Фу, блин, это жесть. Это не игра просто, я не знаю, она стоит, она 1000 стоит, а не 300 рублей. Ребят, ребят, ребят. Его, конечно, можно не убивать. Ладно, я его не буду убивать. Ребят, идем отсюда нахрен к нашей базе. Все, я не выдержу больше этого. Паук, ты меня не замечал, я стреляю. Нормально, вроде никто не сагрился. По радару, если судить. А, это, Влад, пойдем, меня проводишь домой. Проводите даму танцевать. Мне портфель не донести. Донеси. Донеси мой дробовик или топор. Пошли. Ты знаешь, что, короче, с шершней падает имба? Смешно, что такое. Мецепила? Нет, падает какой-то мед, наверное. Он стамина плюс 40, жажда плюс 5. Ну, и фулнес. Что такое фулнес? Это еда. Плюс 10. Не, это херня, на самом деле. Ничего особенного. Стамина плюс 40, там, по-моему, нормально. Ну, просто кофе, она тебе стамину пополняет плюс 5 каждую секунду, что-то типа того. То есть кофе ты вообще можешь неограниченно бегать. Кофе это самому надо готовить. Ну так, а чё, я делов-то. Мы сейчас можем, знаешь, сколько себе кофе наварить? Банок 10 точно, потому что у нас там зерен, а мы еще можем посадить их и себе кофейную плантацию выращивать. Пригмат, ты там наделал эти инструменты нам? Я надеюсь. Мы сейчас еще Это, Пригмат, знаешь что? Попробуй сделать колючую проволоку. Что это за домик? Зайдем слева, который прикольный стоит. Мне кажется, ничем хорошим не кончится. А, пойдем. Я так 100 раз делал. Да вот у тебя-то респаун в доме. А у меня хрен знает где. Вот, пожалуйста, патрон нашел. Зомби я нашел. Тут где-то зомби. Чувак, здесь где-то зомби ползет. Пустая банка. Да зомби еще убьем. Ты слышал это? Ты слышал это? На твоей совести будет. Че, тебя ударили? Да. Ты еще где-то ходит, наверху где-то. Это гейб, слушай. Пятнадцать бумаги, можем динамит делать. Ой, сейф. Подожди, прикрывай. Давай, давай, давай. О, винтовка. Патроны. И журнал какой-то. Вот это что за журнал? Называется Порно? Enforcer. Нет, Enforcer Magazine. Читай его. Сейчас. Новый рецепт разблокирован. Какой? Не знаю. Чувак, тебе бежит зомби. Зомби. Это ползун. А. Окей, дополз. Так, пойдем отсюда быстрее. Я хочу до дома добраться. Мне должен проводить, у тебя квест паук, какой-то, понимаешь? Тихо, паук орёт. Никогда не любил квесты с напарниками. Так я не напарник, я NPC. Они вечно все время запарывают, все специально на рожон лезут. Красавчик. Просто красавельчик. А ты говоришь NPC говно. А флегматом тебе зачем занимается? Там приходим, там все разграблено такое, все это разруха, там везде пивные бутылки пустые. И шлюхи валяются. А, ну точнее мужики, он же девка. А. Зомби, да? Зомби в мужике валяется. Да. Не лутаешь плиту, вся фигня. А зачем у нас все есть? Да вот так все есть, у нас есть винтик. Собака, типа. Чувак, убегай, прям убегай, все я нормально, буду... Все нормально, я ее убил. Надо перья собирать, у нас перьев нет. Если арбалет. Да, я собираю. 13 перьев нашел. Все, куст, кажется, налутался. Что, и бежит к нам? Походу. Ипохондрик. Что? Не обращай внимания. Сангвиник. Флегмат. Давай проверим прочность твоей каски. Тебе в голову выстрелят, ты умрешь, интересно? Погоди, давай сначала дойдем до дома, а потом делай со мной что хочешь. Тебе как такая перспектива? Только смотри сейчас под ноги, когда пойдешь. Потому что... Знаешь, что там. То есть, а ты бы хотя бы фонарики, что ли, ставил там, где мины? Да ладно, я так. Я уже выучил. Угу. Ценой трех жизней. Одной.
Да. Нет, твоя жизнь еще говно, потому что у тебя там хоть респ недалеко, а я-то сдохну, я же пойду, блин, с самых, ну, с Мексики пойду там. Если не считать еще жизни кролика и оленя, ну, точнее, олень даже не умер. Вот именно что. Олень. Говно твои не мины, даже олень не умирает. Угу. Честно, это кроличьи такие ловушки, да? Ну да. Специализированные. Пусть, давай бегом домой, возвращайся, уже вечереет. Это... Жесть, смотри. Флегмат уже дверь шатает хоть. Просто от нечего делать, да? Да. Флегмат, здорово. Так, где моя кровать? Кровать. Ура, моя родная кровать. Блин, где же мои мешки? Ребят, попить мне срочно. Попить? На. Кровать не так поставил. На. Сейчас. Да как? Так, я сначала попью, потом кровать я с тобой разберусь. Да твою мать, я все выкинул. Так, сейчас я поем еще. Надо кусту где-то кровать найти, я не знаю где. Зачем? У меня же были мешки, вот куда я их делал? Зачем тебе пустой кровать? Это кусту кровать. А, у него нету что? Нет. Так, а у нас это, тряпки есть, пускай сделать спальный мешок. У нас много тряпок? Ты, мне кажется, хватит. Ну, надо сделать, ну, вы готовься. Стирайте белье. Флегмат под ноги, смотри. Вот там уже мины флегматов. Я предупреждал. Там что-то плохое произошло, да? Флегмат взорвал, блин, в моей мини. Ну он прям совсем взорвался. Совсем. Жопа. Здравствуй, жопа, Новый год называется. Я же сказал. Слушай, мне страшно в этой воде купаться. Это джакузи. Это как будто... Иди сюда, садись, детка. Нефть пролили. Давай, присаживайся. Хорошо, да? Хорошо себя чувствуешь? Да, вообще капец. Я живу, я сижу, значит я живу. Вот, здорово. Ладно, надо закругляться. Все равно здесь есть лава? А, лава, по-моему, нет. Жалко. Сделали рвы из лавы. Ну, хотя, учитывая нас, мы бы сами попали. Ну, да. О, да, сука, олень. Так, вот здесь мне будет расти. Я вот... О, аэродроп. Что, побежим? Надо бы. Где он там спросит? Он вижу. Ой, что-то далеко. Зомби! Блин, назад в город, в дом, много зомби. Ёб твою, флегмат, закрывай двери, там толпа зомби бежит, закрывай, мать их, двери.